И время, если я не ошибаюсь, а я Дмитрий Нагиев, и я не ошибаюсь, потому что я первый голос на Первом канале. Ну что, Дмитрий Нагиев набрал вес, и так же, как отделение сольное и хоровое народное пение набрала себе конкурсантов. Ну что, это голос. Мы начинаем. Аплодисменты! И, пожалуй, пора представить вершителей судеб, метров народного творчества. Встречайте! Победитель международного конкурса в городе Геленджик. Опа, опа, синкопа. 1985 года. Обладатель гран-при фестиваля. Конкурса «Золотая чайка» 1995 года. Обладатель крепчайшего рукопожатия. Золотой голос Сиаруси по версии журнала «Ангарской комсомолец» за 1988 год. Встречайте, Игорь Николаевич Горь. Дошедший до Москвы и обратно дробью. Пересек, ключ, голубец, лошадь. Встречайте, Зоя Владимировна и Дозелевская. Зоя, не могу снимать. И следующий участник нашего жюри. Обладатель титула «Я твой гаджет вдоль и поперек вертел», по мнению журнала «Эх, яблочко», Татьяна Витальевна Шасовская. Заслуженный руководитель заслуженного хора «Дубинушка», многократный победитель конкурса «Анаватина Лили-Ли». Танцевально-хореографического ансамбля «Оттяни носок». Коллеги часто говорят про нее, все с правой встает, тому Бог подает. А студенты подмечают, кто с правой по жизни ножки идет, на того Дина Анатольевна не орет. Нештатный член подпольной киноакадемии. Чтобы получить Оскар, звоните 8-800-555-3535. Лучше позвонить, чем у кого-то занимать. Или заходите на сайт ahnata.ru. Наталья Викторовна Бабаева. И пора выслушивать конкурсантов. Жюри готовы? Подождите, капусточку. Свеженькая капусточка. Попробуйте.
составит наш оркестр. Человек, который одновременно может играть на баяне, заказать пиццу и ответить на СМС жене. Валерий Анатольевич Двоеглазов. Продолжаем. Следующий человек – молодой отец. Отец молодого сорочонка. Максим Владимирович Сорочонков. Человек, который даже зимой ходит в шортах и своих любимых кроссовках. Человек, который поместил целый город на свой баян. Встречайте, Вячеслав Владимирович Чистяков. Работает пальцами по трем струнам. Человек, который и танцор, и певец, и на дуде игрец. Встречайте! Сергей Геннадьевич Кучин! 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 Сергей Геннадьевич! Сергей Геннадьевич! Сергей Геннадьевич! Пора представить главного дирижера Дарья Николаевна Дрожкова. Встречайте! Пора рассказать о правилах нашего проекта. Сейчас выйдут наши конкурсанты и будут представлять свои номера, которые они готовили годами, веками, а некоторые с рождения. И наши многоуважаемые жюри, если им понравится номер, они будут поворачиваться к нему и набирать его себе в команду «Соль и хоровое народное пение». Ну что, это «Голос МХО». Мы начинаем! Я хочу вот
точно. Нет, подождите. Мы начнем уже ее вылезть. Надо жить, жила задавить. Ну, подожди, Людмила, 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 Людмила,
проходим к нашим. Вы проходите, проходите в наш холл. Вы в холл. Вы в голосе. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Здравствуйте.
моя, ходи, ой, не стесняйся. Душу не Еще
А у меня надпись на букву. Это как татуха, такого дела возьмется реально. Нагиев, тебе 3 Оскара. Молодец. Спасибо.